Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Если мужчина в течение полгода, год максимум не делает предложение девушке, значит любви нет, ему 35, мне 31, говорит, якобы квартира идет, где совместно будем жить уже. Значит, условия ставят и не любят. Кто кому ставит условия, не очень понял. А что касается предложения девушки, то у всех по-разному, а то, что вы ориентируетесь на, собственно говоря, статус супруги, вот, и то, что вы не уверены в себе, и то, что вам важнее, любит ли человек вас, а не только любите ли вы его, да, то есть то, как вы к нему относитесь, это очень большая проблема, это говорит о вашей неуверенности в себе, это говорит о том, что вы некоторые свои потребности перекладываете на другого человека, и это говорит о том, что, в общем-то, вы не можете искренне и полноценно себя реализовывать и раскрывать в отношениях с мужчиной. Вот. Далее вы занимаетесь обобщением, в смысле того, что вы говорите, если мужчина, какой мужчина, то есть, все мужчины разные, и у всех людей есть свои нюансы, поэтому говорить о том, что вот, что мужчины вот все так поведут, наверное, было бы неверно. Вот. Другой вопрос, что у вас есть определенные чувства по этому поводу, и, соответственно, их тоже нужно выразить. Вот. Поэтому тут вот такая получается вам интересная ситуация. Вот. Я думаю, что психолог может для вас в этой ситуации сделать следующее. Поможет вам разобраться в себе, поднять вашу самооценку и научиться полноценно себя раскрывать в отношениях. Вот. Потому что если вы говорите про условия, то, вероятно, вы же сами эти условия и выдвигаете. Да, может быть, невербально, да, может быть, подсознательно, но это, скорее всего, вы и делаете. С этим тоже нужно поработать. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.